Я Александр Матрозов. Я Владимир Кисаров. Игорь Балалаев. Это я. Мы отцы Алисы из проекта «Ничего не бойся, я с тобой». А кто из нас настоящий отец Алисы, вы узнаете на премьере этого прекрасного мюзикла, к которому мы рады присоединиться, 3 декабря. Слово профессора Лаврентьева нерушимо, поэтому мы будем держать его втроем по очереди. Да? Скажи, ты рад быть в труппе? Я счастлив не расставаться с труппой МДМ, познакомиться с новыми мастерами после шахты. После шахмат. Это не шахта, безусловно. После шахмат, я думал, меня нахлобучит дикая депрессия, потому что надо будет покинуть эту сцену. А оказалось, что я ее не покидаю, я действительно абсолютно счастлив присоединиться к мюзиклу «Ничего не бойся, я с тобой». А мы с Игорем, между прочим, встретились здесь давным-давно. В 2004 году в мюзикле «12 стульев» было. Вот эта встреча тоже неизбежна. И она очень приятная. Да, весьма. Да. Ты, главное, ничего не бойся. Мы с тобой. Приходите на наш мюзикл. Ничего не бойся, я с тобой. Ничего не бойся, я с тобой. Там другой.